Сегодня в столицу Чувашии прибыл президент Чебоксарского международного кинофестиваля, кинорежиссер, народный артист России, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. А в полдень он дал пресс-конференцию. На встрече с журналистами были затронуты вопросы, касающиеся юбилея киноконцерна, программы кинофестиваля, а также планов режиссера. Чем больше будет кинофестивалей, подобных Чебоксарскому, тем лучше. Такие форумы дают стимул развитию кино в России, считает генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Сейчас в стране снимается около 80 кинокартин. Для России это мало. Во Франции производят 400 фильмов. У нас сейчас больше развивается индустрия телесериалов. Надо правде в глаза смотреть. Российский кинематограф довольно слабый сегодня. Не с точки зрения даже художества. С точки зрения художественной есть достойные картины. Но я имею в виду, что кинематограф в этой индустрии, когда 70 картин снимается для нашей страны, а наша страна на самом деле большая страна, действительно большая, она, так сказать, с большим населением, и это, конечно, очень мало, поэтому, а телевидение, наоборот, развивается очень бурно. Слабо развивается сейчас киноиндустрия и в регионах страны. В СССР было 20 студий, в РСФСР 4. В современной России киностудии тоже на стадии выживания. И многое зависит от руководства регионов, которые поддерживают национальный кинематограф и проводят подобные кинофестивали. Самое главное для фестиваля – это прежде всего наличие зрителя. Каким он должен быть, это, строго говоря, мы не можем. Он такой, как есть, и, как сказать... Если фестиваль получает внимание зрителей, в конечном счете зритель начинает воспитываться, естественно. Но прежде всего, если зритель есть, то это, я считаю, это успех фестиваля. И то, что я знаю, что в Чебоксарах публика ходит, любит фестиваль, мне кажется, что это самое главное. В этом году исполняется 90 лет киноконцерну «Мосфильм». Это старейшая киностудия страны. По всей России уже проходят праздничные акции и кинопоказы. На Чебоксарском международном кинофестивале организована специальная программа «Мосфильму 90 лет». Ежедневно в различных кинотеатрах проходят специальные показы шедевров киностудии. Зрители еще успеют посмотреть «Мы из джаза», «Сказку о царе Салтане», «Зимний вечер в Гаграх», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие шедевры «Мосфильма». С программой можно познакомиться на сайте кинофестиваля. Татьяна Молокова, Олеся Русакова, Антон Вовк, Республика.